20 по 21 сентября в плавательном бассейне «Бустан» проходит массовый заплыв под девизом «Войди в историю университета и подари свою минуту году Лобачевского» с участием студентов, аспирантов, сотрудников и преподавательского состава университета. Ежедневно участники будут плыть в течение 225 минут. Каждому участнику нужно преодолеть дистанцию в 50 метров в свободном стиле. У нас будут участвовать 2017 студентов. Значит, и общее время, которое будет затрачено на проведение заплыва, это 225 минут. То есть это как раз та дата, которая, значит, сегодня отмечается вот со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского. Аурелия Сташкова, Владислав Михневский, Универньюз.